Массированному обстрелу подвергся этой ночью Донецк. Украинские силовики открыли огонь по Куйбышевскому району города. По информации мэрии, ранены двое мирных граждан. Повреждено несколько домов, а также здание общежития. Временно обесточен поселок Застанционный. А недалеко от Луганска погиб мирный житель, оказавшийся на линии огня. По нему стреляли с позиции киевских военных.